Да что произошло? Да мы сами толком ничего не знаем. Он пошел в гостиницу спать. А потом нам сообщили, что его убила горничная, ударив каким-то предметом в голове. Горничная? Я так и знала, что когда-нибудь этим закончится. Извините нас еще раз, Виктория Анатольевна. Стас был нашим другом. Да, спасибо. Прошу до распоряжения следователя никого в номер убитого не пускать. Что номер? Теперь отель как чумную хату будут обходить за 100 километров. Елизавета Михайловна, ну вы же не виноваты в том, что произошло. Люди поймут. Молодой ты еще, лейтенант. Ты людей плохо знаешь. Поймут они. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай Борисович. Я хотела бы узнать, когда отпустят мою маму. Я не могу вам сказать. Меру пресечения на время следствия выберет суд. А сейчас где она? В Кольцово, в СИЗО. Ну, с ней как-то увидеться можно? Этот вопрос всегда на усмотрение следователя. Ирине Николаевне будет предъявлено обвинение и будет назначен следователь. Следователю? Поняла. Но следователю нужно объяснить, что моя мама не могла так сделать. Что это какая-то ошибка. Ваша мама сама написала явку с повинной. Нет, она не могла этого сделать. Да вы же ее совсем не знаете. Тетя Лиз, ну, объясните ему. Вы же столько лет с мамой дружите, вы же ее знаете. Ну, скажите. Ну, что теперь говорить-то, девочка? Ну, да вам каждый в поселке скажет, что она не могла. Аня, вам надо успокоиться. Я успокоюсь, но вам нужно поговорить с людьми. Вы только приехали, вы еще ничего не знаете. Ну при чем здесь он? Говорят тебе, назначат следователя, он все решит, правильно? Да вам разобраться надо было, прежде чем тащить человека в тюрьму. Мама испугалась, а вы этим воспользовались. Ты думай, что говоришь, Анька, сейчас договоришься. Так это вы ее научили написать это заявление. Зачем вы это сделали? Зачем вы вообще к нам приехали? Аня, вам понадобится помощь юриста. Советую вам найти опытного адвоката. Спасибо. Как-нибудь без ваших советов обойдусь. Вы и так сделали все, что могли. Ну вот. Ну что тут? До свидания. Всего хорошего. Ой. Ушел. Сказал, что следователь нас еще вызовет. Откуда только этот твой Стас свалился на нашу голову, а? Свалился и отвалился. Хватит пить! Без того тошно, Олег. Здравствуй, Аня. Здравствуй, Глеб. Извини, мне срочно. Постой. Глеб, я правда не могу, мне срочно нужно собраться в кольцо. Погоди, я уже все знаю. Все знаешь? А все знают. И все на меня смотрят так, словно всегда от мамы чего-то подобного ждали. И все сразу поверили.
А я не верю, понимаешь? Ань, я не верю. Так что теперь делать? Я не знаю. Мне просто страшно. Успокойся. Я же с тобой. Вот что, жди меня здесь. Поедем вместе. Я скоро буду. Хорошо. У тебя деньги-то есть? Есть немного. Адвокат, небось, больших денег стоит. Адвокат должно предоставить государство. Не станет государственной за бесплатно надрываться. Те адвокаты, что за большие деньги работают, они преступников оправдывают. Ну а мама? Какой же она преступник? Так что нашему адвокату даже ничего делать не придется. Ну, да, это бог, Анюточка. А ты все правильно делаешь. Ты верь. И маме твоей сила будет. А я и верю. А ты к деду своему зайдешь? Не знаю. Сообщить-то надо. Дочь ведь она ему родная и в такую беду попала. Ну, все. Сбежала. Ты о своей прошлой жизни теперь забудь. Она у тебя там осталась. За всеми замками. А меня слушай. Я знаешь, сколько этих стен до заборов? О, досыта наелся. Рассказывай. Ты что ли хахаль своего мочканула? Я его даже не знал. В отель к нам приехал постояльца. Чай ему в номер принесла. Молодец. Во, так и говори. Принесла чай в номер. А он начал принуждать тебя к соитию. Бил, руки выкручивал, а ты отбивалась. Да так оно и было. Ну. Ты же его не на темной дорожке подкараулила и по башке дала. Сам полез, козел. Синяков-то у тебя много на теле-то? Не знаю, нет. Это как это? Ты же должна была в первую очередь побои снять. А ничего, тебя вообще не осматривали даже? Понятно. Оно им надо. Так у них все дело рассыпется. Ну, ты знаешь, ты свою линию держи. Превышение необходимой обороны.
Слышь меня? Ну, год-полтора дадут. Через полгода выйдешь. Опять же, первая ходка. Должны скостить. А детки-то у тебя есть малые? Дочка. 19 лет. Не прокатит. Совершеннолетняя. Ну, ты слышишь? Все равно на жалость дави. Мол, одна останется, учебу не закончит. Да. На. Лопай. Спасибо. Ешь, бедолага. Врешь. Да блин, я сам видел, как он посадил Аньку в машину, куда-то повез. Я звал его сюда, говорит, поехали. Он отказался. У него точно что-то не так с головой после поездки в Москву. Бред какой-то. Так, слушай. Держи телефон, сама звони Глебу и спрашивай, где он и с кем. Обойдусь. Головой надо думать. Да сдались вы мне, кумушки. Ой! Я что-то не поняла. А где машина-то? А вы нашего студента никуда не посылали? Куда я его пошлю? У него еще прошлым летом права отобрали. До сих пор никак не заберу. Посылали. Спасибо, я сама. Я в машине подожду. Ольга Ивановна, здравствуйте. Валентина Ильинична не помешала? Ой, здравствуйте. Нет, ну что вы, сама собиралась вам звонить. Что там с этим ужасным убийством? Есть новости? О, да, ну все ужасно. Мы опозорились на весь район, на всю область. Будут нас теперь на всех собраниях полоскать. С утра мне уже из Кольцова звонили. Что, Колчину будут судить? Ну, конечно, будут. Она же человека убила. Занесла же его к нам нелегкая. Приехала на свадьбу, выпила, на лирику потянула. Вот чем закончилось. Ой, все это ужасно. Да. Ольга Ивановна, я чего хотела спросить. А вы не знаете, ребята поехали куда? Да нет, Верочка дома. Да, недавно пришла. Позвать ее? Да нет, не надо, вы просто спросите, может быть, она чего-нибудь знает. А, хорошо, сейчас спрошу. Вера, Валентина Ильинична спрашивает, Глеба с вами на речке не было? Нет, а что ему с нами делать? Он уехал в Кольцово вместе с Анечкой Колчиной. Валентина Ильинична, вы знаете, Верочка говорит, что его не было, он уехал с Аней Колчиной в Кольцово. А с Колчиной в Кольцово? А зачем? Подробностей я не знаю. Мне кажется, Вера тоже не в курсе. Да, ну ладно, Ольга Ивановна. Спасибо. Да не за что. Степан Валерьяновичу привет. Обязательно. Я больше не буду вас отрывать. Спасибо. До свидания. Что вы хотели? Говорите яснее. Я бы хотела получить свидание. У вас здесь моя мама. Все свидания только по согласованию со следователем. Специально отведенные дни и часы. Обращайтесь к нему.
А мы пока не знаем, кто у нас следователь. По какому делу? Дело Ирины Колчиной. Поселок Капушкино. Ее вчера ночью к вам привезли. Так, следователь по вашему делу назначен. Архипов Геннадий Захарович будет завтра. А завтра до скольки подойти? 9. Спасибо. Выходной. Наверняка в коллегии адвокатов выходной. Нет, ну вот, мы записали. Ну, удачно мы приехали. В воскресенье. Да. Ну ничего, можно завтра. А теперь что, домой? Слушай, мне к деду надо заехать. Он пока еще ничего об этом не знает. Где он живет? Да здесь недалеко. Ну, ты если спешишь, езжай. Ань, глупости не говори. Садись. Она здесь не была? 2 года. Мы с мамой сюда приезжали после выпускного. Слушай, ты не обидишься, если я попрошу тебя здесь подождать? Нет проблем. Это я, Аня. Дедушка, откройте. Здравствуйте, дедушка. Можно? Здравствуй. А ты что, одна? Да, одна. Что это не в духе сегодня? Обидел кто? Настроения нет. Это из-за Глеба, да, дочь? Было бы из-за кого? Ну, я же вижу. Вчера он летал, как стрекоза, а сегодня без слез на тебя не взглянешь. Вы поссорились? Мам, я разберусь сама, ладно? Ну, конечно, ты сама разберешься, конечно. Послушай, Вер, Глеб, конечно, парень видный, и вы очень подходите друг другу, но мы с отцом хотим, чтобы ты была еще и счастлива, понимаешь? Мам, я так ждала, а он Наньку повез в Кольцово. Ну, успокойся ты. Ну, знаешь что, ну, успокойся, ну. Ну, что, может, она его сама попросила, он просто пожалел ее. Ну, надо же разобраться сначала. Ну. Так думаешь? Ну, конечно, конечно. Ты, главное, запомни, что мы с отцом никогда никому не позволим тебя обижать. Никогда, слышишь? Мы не посмотрим, что у нее мама на должности. Мам!
Моя девочка. Ты моя маленькая. Вон, значит, оно как теперь. Все обернулось. И зачем ты ко мне пришла? Чем я могу теперь ей помочь? Раньше надо было меня слушать. Но ведь Ирке всегда наплевать было и на меня, и на то, что я думаю. Неправда, дедушка. Мама всегда вас очень любила и уважала. Рассказывала мне про вас, как вы на верблюде катали, когда в Борисов цирк приезжал. Не надо меня жалобить! Она опозорила нас с матерью! Наша дочь забеременела в 16 лет, а потом красовалась с пузом перед всей школой. А теперь что? Беда у меня? Принимайте в обе руки? Нет, дедушка. Я сама к вам пришла. Мама об этом ничего не знает. Просто хотела, чтобы вы знали, что ваша дочь в беде. До свидания. Ань, что случилось? Ань, что с тобой? Я же с тобой. Все, что надо, мы и сами сделаем. Ты, главное, успокойся. Все будет хорошо. Заключение сделаем к вечеру. Завтра утром сможете забрать тело для прощания и погребения. Здравствуйте, Виктория Анатольевна. Здравствуйте, Геннадий Захарович. Примите мои соболезнования. Спасибо. Я очень рада, что назначили именно вас. Да, кто бы мог подумать. Очень жаль, Станислав Владимирович. Очень. Вы уже ознакомились с материалами дела? Ну, разумеется. Сложностей, думаю, не будет. Подозреваемый уже написал чистосердечное, остальное формальности. По какой категории вы собираетесь порекомендовать дело суду? Ну, тут все ясно. Превышение пределов необходимой обороны. Мой муж не может фигурировать в деле как насильник. Я надеюсь, вы понимаете. Я вас понимаю. Тогда как же? Не знаю, придумайте что-нибудь. Мой и ваш опыт несравнимы. Благодарю вас за доверие. Я подумаю. У него с собой было больше 100 000 рублей. Это могут подтвердить его друзья. Это очень важная информация. А она все меняет. Пожалуйста, поработайте с адвокатом, чтобы не было лишней возни. Ну, это пара пустяков. Спасибо. До свидания.
Давайте, ребятки, пока горяченькие. Нет, спасибо, все очень вкусно. А то вы целый день. Ой. Целый день ж голодный. Надо адвоката заинтересовать. Без денег он и пальцем не пошевелит. А ты много адвокатов-то видела, умная. Может, ты Анютке денег-то дашь? Мне-то откуда? Скажете тоже. Тогда сиди и молчи. Где ж та Анютка столько денег найдет, а? Ведь это ж 1020 надо. Да вон хоть у Лизаветы. Она ведь тетя Ирина подруга. Если надо, найдем. Я найду. Нет. Глеб, спасибо, но у тебя я взять деньги точно не могу. Почему? Это же для матери. Не обижайся, не могу. Я как-нибудь попробую так с адвокатом договориться. Ну, смотри сама. Мое дело предложить. Спасибо. Ну, ладно, я пошла. А то меня Мишка заждался, наверное, переживает, как сумасшедший. А Ань, проводишь? А то что, заблудишься? Ты видишь, гость у нас, куда она пойдет? Баба Маша, прямо без ваших 5 копеек никак не обошлись. Вот мы сами не разберемся. Разберись. В колледж не пойдешь? Завтра консультацию? Нет, мне нужно со следователем встретиться. Смотри, директриса не любит, когда пропускает. Я знаю, но я надеюсь, она меня поймет. Предупредишь ее, ладно? Ладно. Пока всем. Пока. Валечка, за что ты ее так? Слушай, это ж машина Глеба, да? А сам он где? Маленький чай пьет. Так он что, правда с ней в кольцо, что ли, ездил? Только вернулись. А чего это вдруг? Не знаю, сам вызвался помогать. Надо же, а Глеб у нас рыцарь, оказывается. Это что? Он Аньке деньги предлагал за адвоката, она отказалась. Ну-ка, пойдем, расскажешь мне подробнее. У тебя что? Проблемы в колледже? Ты скажи, я помогу. Спасибо. Но я думаю, как-нибудь обойдется. Тебя мама не потеряла? У нас же весь день не было. А что, хочешь, чтобы я ушел? Нет, не хочу. Спасибо тебе. Не знаю, что я без тебя делала. Почему? Ну, не могу я, пока мама там. Значит, завтра он ее в Кольцово повезет? Ну да, и опять на весь день. Нет, Вера, тут что-то не так. Ладно, Валя, спасибо. Иди. Вер, а может, Глеб это все нарочно делает? Ну, чтобы ты поревновала. Вы с ним не ссорились в последнее время? Сама подумай. Мы не виделись почти год, а вчера даже минутки не поговорили. Когда мы должны были поссориться? Ну, мне кажется, вам все равно стоит все выяснить, пока он не уехал. Вер, ну не влюбился же он в эту замухрышку. Так. Нравится она ему, пусть катится на все 4 стороны. Я больше слышать о нем ничего не хочу.
Положи ключи на место, Варюга. Завтра на ящик я амбарный замок повешу. Ужинать хочешь? Да не, я чаю. Это тебя что, кто-то накормил? Да, я баб Машиных пирожков наелся. Баб Машиных? Это Марья Васильевна? Той, у которой Колчина комнату снимает? Угу. Пирожки с картошкой, с капустой, с яблоками. Очень вкусно, мам. Очень интересно. А ты что, с Верочкой поссорился? Нет, мы не ссорились. А зачем ж ты тогда Аньку в Кольцово возил? Ты что, не понимаешь, что ты этим обижаешь Верочку? Почему? Я ей ничего не обещал, ни в чем не клялся. Я вообще ничего не должен, мам. Ты что, влюбился в эту девчонку? Дочь убийц. Мам! Мама! Лейтенант Портнов, слушаю. Больно, лейтенант, расслабься. Катя, ты? Я Коленька. Еле до тебя дозвонила. Слушай, такая паршивая связь. Слушай, как я рад тебя слышать, а? Ты даже себе представить не можешь. Хоть один родной голос. Не один, а единственный. Ну, конечно, Катюша, конечно. Котенок, я так по тебе соскучился. Я тоже. Теперь жди моих каникул. Раньше вряд ли увидимся. Расскажи, как ты там на новом месте? Как приняли? Да ничего. Встретили хорошо. Машину дали. Дом. Большой. Пустой. Вот. Алло. Алло, Катюша, алло. Так, вы Колчина Анна Викторовна. Да. Ну, что вы нам можете сообщить, Аня, по данному делу? Я... Вы, конечно, не я же к вам пришел. Я хотела сказать, что мама такого не могла сделать. Ну, она не убийца. Да, да. Это все. Да. Спасибо вам большое. Вы свободны. Я бы хотела с ней увидеться. Я принесла теплые вещи и кофту. Можно? Увидеться. Вещи мы передадим. А вот насчет свидания. А вы обратитесь к своему адвокату. А его уже назначили? Да. Игорь Сергеевич Золотов. Очень опытный юрист. Золотов? Да-да, Золотов. Хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. Анна, вещи-то оставьте у дежурного. И напишите там. Для Колчины Ирины Ивановны. Ну, не я же их буду передавать. Хорошо. До свидания. Удачи вам. Игорь Сергеевич заболел. Будет через неделю. Как заболел? А думаете, юристы не болеют? Ну, тогда нам... Должны другого адвоката назначить. Девушка, вы видите, что творится? У нас нет ни одного свободного адвоката. Тем более Игорь Сергеевич специализируется на бытовухе. Ну, тем более нам нужно с ним поговорить. Где он живет? Молодой человек. Игорь Сергеевич не принимает у себя клиентов. Подожди меня здесь. Так не бывает. Извините.
По-моему, здесь. Кто вам дал мой адрес? Игорь Сергеевич, извините, ради бога, но я всего на минутку. У меня больничный. Отправляйтесь домой. Вам здесь делать нечего. Если будет нужно, я вас вызову. Все! Я всего лишь хотела увидеть маму. Это исключено. Да почему? Почему, почему? Я говорил со следователем. Он против свиданий до окончания следствия. Вы сможете увидеть мать, когда дело будет отправлено в суд. А когда оно будет отправлено? Звоните следователю. Что-то наш адвокатишка не сильно похож на больного. Аня, Аня, подожди, ну. Я не понимаю, почему вы не разрешаете мне свидание с мамой. Пожалуйста, ну хотя бы на 5 минут. Вы же ничего не знаете. Вы думаете, ваша мама невиновна, что она чиста, как ангел, да? Конечно. Девушка милая, вы заблуждаетесь. Дело в том, что у убитого с собой была крупная сумма денег. По показаниям друзей, Стас Лобов хотел приобрести новое ружье, очень дорогое. Денег нет. Их нет ни в номере, ни в машине убитого. Но это же не мама. На свидании вы можете сговориться, деньги перепрятать. Я же не могу этого допустить. Таким образом, картина следствием установлена достоверно. Защита считает уместным использование соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации и ходатайствует о более мягком приговоре, учитывая явку с повинной Колчиной, первую судимость и частичное признание вины. У меня все. Благодарю вас, Игорь Сергеевич. На этом прения сторон объявляю завершившимся. Подсудимая, встаньте. Суд предоставляет вам последнее слово. Уважаемый суд, я не хотела убивать, поверьте. Так получилось, признаюсь, но денег я не брала. И прошу вас отнестись ко мне не слишком строго. У меня дочь. Она совсем одна. Раньше надо было думать о дочери. Тишина. Чё ты, ну? Подсудимая, у вас все? Да. Суд удаляется для вынесения приговора. Михаил Юрьевич, я посмотрел ваши дела. Ну, в общем, все будет нормально. Суд будет на вашей стороне. Не волнуйтесь. Да, покупайте билеты, все будет нормально. Да? Кто там еще? Вы кто такой? Это моя дочь. Пропустите. Пап. Как хорошо, что ты пришел. Опоздал. Папочка, я очень рада тебя видеть. Я очень рада тебя видеть, папочка. Да уж, радость. Что ж ты натворила-то?
дитё моё глупое. Папочка, очень соскучилась по тебе. Как же ты так, дочка? Встать, суд идет. Пройдите в зал пройдите. Ну, быстро пройдите в зал. Оглашается приговор по делу об умышленном убийстве в корыстных целях Лобова Станислава Владимировича. Суд приговорил Колчину Ирину Ивановну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Меру пресечения оставить прежней, заключение под стражу, вещественные доказательства по делу уничтожить, срок наказания исчислять с момента задержания. Приговор может быть обжалован и опротестован в вышестоящем суде в течение 10 суток. Заседание закрыто. Мам, что же теперь будет? Не плачь, миленькая, не плачь. Папочка, прости меня, пожалуйста, папочка. Перестань, не об этом сейчас надо. Я тебя умоляю, папочка, ты прости меня, умоляю, не оставляй ее одну. Не волнуй, конечно, да. Я ее не оставлю. Она у меня будет жить. Анечка, родные мои, вы будьте вместе. Анечка, доченька, будьте вместе. Мама! Доченька. Проходите, не задерживайтесь. Олежек, а ты куда собрался? Лизонька, может, ты мне еще ошейник наденешь? Шагу ступить не могу. Куда, зачем? Просто спросила, куда ты? На заправку съезжу и через полчаса вернусь.